Птичка для разведчиков. Контрактник из Нижневартовска обратился к землякам с просьбой. Для подразделения десантников, которые служат в зоне проведения специальной военной операции, срочно потребовался квадрокоптер для разведки и координации перемещений бойцов. Коллеги и друзья военнослужащего за 2 дня собрали сумму, которой хватило не только на беспилотник, а еще на 5 запасных аккумуляторов к нему. Птичка от вартовчан уже выполняет боевые задачи на передовой. За своих боевых товарищей выражаю огромную благодарность всем тем, кто предоставил нам эту помощь. Это Михаил Ишмаев, Андрей Давыдов, Олег Михайлович. И всем тем, кто помог в сборе средств на приобретение квадрокоптера, так называемой птички. Это все ценное, это все нужное. Птичка с комплектом батареек пришла к нам. Все хорошо, все замечательно. Будем работать. Будем теперь мобильнее, шустрее, резвее. Так вот, на звуковое сопровождение здесь за кадром. Еще раз спасибо вам всем.